Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами я, Рома, и добро пожаловать в Outlast 2. Продолжаем проходить эту замечательную страшную игру и остановились мы на том, что нашли нашу жену. Прямо сейчас мы вроде как не знаем, с ней все в порядке или нет, но судя по всему нет. Да, она говорит, что с ней что-то не так, больно. Ух ты ж, ё-моё. Так, ну ладно, нам надо просто выбираться отсюда. Но чувствую, что сейчас произойдет какой-то мега-супер-пупер жуткий скример. Нужно остановиться, мне просто нужно... О боже. Святой Иисусе, Лин, что происходит? Я думал, ты умер. Когда ты упал, я подумал, что мы все умерли. Все хорошо, я здесь. Нам нужно выбираться отсюда. Боже, я не могу... Не могу говорить об этом. Лин. О, черт, за нами кто-то выехал, походу. Они идут. Фак, давай! Пожалуйста, Лин, вставай! Мы убежим отсюда. Все будет хорошо. Пока что я управлять ничем не могу, кроме как просто камерой. Женщина, которая сегодня пришла к вратам храма из потустороннего мира, принесла с собой нечистую ношу, которую мы ждали все это время. Она носит ребенка в животе. Я лично осмотрел ее, и это похоже на правду. Я не знаю, о чем он говорит. Он сумасшедший. Они все нахрен сдурели. Лин, пожалуйста, Блейк, я просто хочу выбраться отсюда. Ты беременна? Что за хрень тут творится? О, черт, мы не знали то, что она беременна. Я не могу сейчас. Не сейчас. Давай просто уберемся из этого места, пожалуйста. Хорошо, давай. Подождите-ка, по-моему, он впереди. Вырвите дьявола из ее чрева и раздавите его каблуками. Откровение снизошло на нас, и мы должны, как ангелы, не показывать жалости. Бог любит вас. О боже, назад! О, черт, клянусь сраным Христом, первый, кто тронет меня, останется без глаз. Нет, о, черт, подери. О, Лин, отстань от меня, отвали, Лин! Нет, ублюдки, отвалите от меня, ублюдки, не трогайте ее! Уберите от нее руки, нет! О, черт! Неужели нас снова разделят? Что, черт подери, вообще происходит? Я смотрел, как мой отец затрахал твоего бога до смерти. Лин, стойте! Нет, подождите! Не надо! Нет! Нет, ради святого, дерьмо! Я хочу разделить свою любовь с отцом. Ублюдок! Бог не любит тебя. Не то, что я. Какого черта? Да, любовь моя? А, мать у нас. Думаю, мы еще увидимся. Вот дерьмо, Лин! Лин! О, бой, пожалуйста, дайте мне уже управление. Так, Лин, она где-то здесь? Лин, черт подери. Господи, боже мой! Нет, это не Лин, ни хрена не Лин. Кто это был? Да, это действительно интересно. Они звали Лин матерью. Это не просто культ. Но две стороны. Христиане и... И что-то другое. Вы можете спрятаться, погрузившись в воду. О, черт, там действительно кто-то есть. Так, ладно, я понял. Смотрите-ка, нам сейчас нужно погрузиться в воду, да? Я так понимаю, ненадолго мы можем туда погрузиться, потому что кислорода-то не бесконечная. Камера у нас, не водонепроницаемая, обидно. Я сейчас не особо понимаю, куда мне нужно.
Хотя, это вон тот дом. Ладно, будем сейчас понемножечку продвигаться. Ни хрена не вижу, честное слово. Вот у меня все размыто, ровно так же, как и у вас. Я надеюсь, что вот этот плохой чувак здесь один. Типа, никто сейчас не выскочит незаметно. Нет? Спасибо. Пока что вроде все не так опасно выглядит. Попробуем зайти вот здесь. О, да-да-да-да-да, я смог зайти. Фу, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Ой-о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 й, под кроватку, что-то мне немножко не по себе становится. Никогда меня эти звуки не успокаивали, давайте лучше немного посидим под кроваткой. Тут, если что, шкаф есть. Чёрт, ну почему он не один? Они, кстати, сейчас ходят ровно по тому месту, где я был до этого. То есть, если бы я сейчас там остался, то все, вы сами понимаете, мне бы капец пришел. Не есть хорошая новость. Но в то же время мне идти туда сейчас нет смысла, потому что там чувак с фонариком. Меня зажали. Все очень плохо, ребята. Ну ладно, пошли. Аккуратненько, потихонечку. Нас никто не должен спалить. Тихо. Хорошо, 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 тихо. А здесь мы не пройдем, да? А, какая ужасная новость. Я буду святым, господин. Ладно, посидим где-нибудь здесь. Сейчас подождем, пока вот этот чувачок пройдет. Хотя, если честно, я не особо уверен, что он пойдет сейчас в ту сторону. Может быть, он пойдет направо. Да я вообще надеюсь, что он меня так не заметит, как минимум. Да, все отлично. Пойдем, 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 пойдем. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Ой-ой-ой. Hello. А сзади меня никто не спалит? Да нет, тут вроде кустики. О, бой! О, бой! О, бой! О, бой! Здравствуйте! О, боже мой! Ну какого ж черта-то, а? Только не смотри сюда, спасибо большое! Это было максимально страшно, честное слово! Так, все, передвигаемся. Может быть, просто пробежаться? Я вот даже не знаю. Ребят, реально, давайте просто пробежимся. Чего мы боимся-то, а? Попробуй-ка я реально чуть-чуть пробежаться. Прям по мосту, давай, погнали, погнали, погнали! Тихо, 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 тихо. Отлично, отлично, все у тебя хорошо получается. Все хорошо получается. Ага, только нам, походу, не сюда. Наверное, нам все-таки нужно забраться вот в этот дом. О, черт! Опять воспоминания, ну ты серьезно? Что за черт? Это мне снится. Или я совсем слетел с катушек. Камера у меня есть? Камера у меня есть. А, все это время я, оказывается, мог передвигаться. Вот оно что. Тихо. О, ладно, здесь никого. Hello! Hello! Это все еще воспоминания из моей школьной жизни, да? Джессика, я, если что, припоминаю Джессику. Может быть, она где-нибудь здесь будет? О, урок музыки. Давайте позаписываем. Просто мне вот, кстати, написали в комментариях то, что надо записывать все. Просто вот все записывать и все. Конечно же, я это буду делать. Потому что мало ли что-нибудь да произойдет. Может быть, концовка другая таким образом откроется. И... спасибо. Запись прошла успешно. По сути, мы потом ее можем посмотреть. Мне жаль, что приходится делать это. Должно быть, ты любил меня. Должно быть, ты помог мне. Господи, прости меня. Я не знаю, что делать. Мне так жаль, Джессика. Я помню это. Да, это он сейчас вот это вот прочитал. Блокируется. Судя по всему, просто так мы отсюда не выйдем. Из наших воспоминаний. Довольно мрачные воспоминания, несмотря на то, что здесь все вроде как разноцветные и так далее, да? Давайте перезагрузим лучше всего нашу камеру. То ни хрена не видно. О, черт! Не пугайте так. Дверь не открывается. Музыка пропала, заметили, да? Музыка пропала. Нет, не пропала. Пока что все нормально. Давайте на столе порыскаем. Блин, так страшно, что что-то вот сейчас выскочит, да? Джессика? И Лин? О, черт, это же... когда мы были... Ни хрена себе, я вернулся в 4-й класс. Я думал, что хуже быть не может.
Так, и фотографии мы с собой не берем, конечно же. Ну да, логично. Места нету. Карманчики, может быть, только если. Но все складировать мы туда не собираемся. Окей, окей, музыка-то пропала. Все-таки, тихо. Я могу открыть? Нет, блокируется. А, это могу открыть? Могу. О-о-о, длинный коридор, ну вы издеваетесь, что ли? Ну вы серьезно? Ну нет, ну ребят, ну... А, ребят, я, конечно, любитель больших коридоров длинных, но сейчас не сегодня. О, нет, нет, тут еще и прятаться можно. Ну как же это круто-то, а? По любасу кто-то тут будет ходить и бить нас. О, черт, о, черт, о, черт. Окей. Окей, там реально кто-то ходит. Кто это там? Hello? Это директор школы? Вы здесь Лин и Джессику не видели? Да. Походу, все тут не просто так. Мне придется прятаться от этого мужика. Ух ты, батарейка. Тихо. Мне всего лишь надо батарейку забрать. А какого черта батарейки собираются в воспоминаниях? Это же как-то туповато, нет? О боже мой, я сейчас тени своей испугался. Ой, он там все еще стоит, мне показалось, нет. Так, откроем эту дверку. Я могу это сделать, спасибо. Откроем эту дверку, я могу это сделать, спасибо. Батарейки собираем, не забываем про это, потому что я их в последнее время очень много тратил, но... слишком мало копил. И как бы... это плохо. Так. Чувак, ты там все еще стоишь? Мне не совсем нравится то, что ты вот так вот стоишь, и я к тебе все приближаюсь и приближаюсь. Я все еще могу спрятаться в этих шкафчиках. Ёб твою, налево. Я же реально сейчас испугался, мне прям в бошку отдало. Я... ну вы, конечно, вообще молодцы, так. Все, я побегу вперед. Снова побегу вперед. Ни на что не обращаю внимания. Бегу по этому коридору. Непонятная хрень с кровью. Так, выход. Я могу это открыть? Конечно же, я могу это открыть. И это я могу открыть. А, только на этом все не заканчивается. Я должен идти по снегу. Я должен идти в метель. Да вы издеваетесь, что ли? Тут даже с камеры-то ничего не видно. Ну ладно, я побегу дальше. О, кровь. Буду идти по следам крови. О, нет. О, нет. И знаете, такое чувство, что я сейчас окажусь в настоящем. Потому что снег вдруг куда-то исчез. Ты он, не так ли? Чужак? Глаза Нота, они ведь убили тебя. Нет, пока нет. Они сделают это, если найдут тебя. Пошли. Блин, знаете, кого мне сейчас напоминает этот чувак? Меня зовут Итан. Но я имею в виду, ты один из них? А, на чьей ты стороне? Ты о том, почему я не пытаюсь тебя убить, да? Я нерожденный. Я видел слишком много, чтобы сохранить веру. Но ты не один из тех других еретиков. Или еретиков, блин, слушайте, я даже не знаю. Я не сказал ни слова, когда кожа моей жены покрылась язвами, и из нее что-то там пошло. Я не жаловался, когда Нот прижимался к моей Анали, а ей было только 15. Но тогда он сказал моему внуку, ребенок, которого он зачал, был антихристом, и я должен разрезать ее живот и убить ребенка. Ребят, знаете, кого он мне напоминает? Короче, из первого Outlast'а доктор, который отрезал мне пальцы, помните? Вот реально, это прям почему-то он. Один в один, будто бы. Но я ему верить все равно не могу, потому что, блин, убьет он меня, я уверен. Попытается. Ой, блин, привет. Я дал ей шанс убежать. Рассказывал этим идиотам истории. Я всегда был хорошим рассказчиком, возможно, ты это заметил. Что? Твоя девочка, она была на 8-м месяце? Блондинка со стрижкой под мальчика. Да. Что тебе известно? Ты ее видел? Из-за нее мы сюда и приехали. Она в порядке? Она в порядке.
О, слава богу, слава богу, да благословит он тебя. Блин, знаете, я... Я немножечко волнуюсь тут, как бы... боюсь. Привет. Сейчас что-то произойдет, ребята! Ну да, конечно. А, нет, это у меня просто башка болит, да? Тебе крепко надавили по голове, да? Я буду в порядке. Спускайся в подвал, у меня там кровать. Ну давай вот без этого, я тебя умоляю. Хотя в то же время, скорее всего, к нему могут прийти, ему навалять, а я такой в подвале. Да, окей, без проблем, без проблем. Все в порядке, просто отдыхай. Ты тут в безопасности. Это на тебе позаботиться. Окей, я реально искренне буду надеяться на то, что со мной ничего не произойдет. И вообще, насколько этот погреб или что это подвал будет безопасным для меня местом. Я камеру могу взять. Хорошо. Привет. Если что, мы можем даже следить за тем, что происходит сверху. А происходить, наверное, будет многое. Полюбасу за ним придут, полюбасу его убьют, меня не заметят. Ага, то есть мы просто поспим. Удивительно. Ну да, нам надо выспаться. Скоро за нами придут. Идет сохранение. Пожалуйста, Блейк, где ты? О, это в самом начале игры было, помните? Мне страшно. Сейчас она закричит, походу, да? Он идет. Нам снится все тот же сон. Я ничего не скрываю. Праведность приходит не с генами родителей, а с поступками. Я знаю проповедь папы. Я писал ее лично сотни раз. Если бы я знал, кем... О, это же та самая женщина, помните? Нот теперь опрашивает других еретиков в церкви. Господь направит его. Я... Оу, щит. Оу, щит. Не-не-не-не-не, не убивайте его. Это единственный вменяемый человек здесь. Ну нет, ну пожалуйста. Ты согрешил, когда не отдал пророку свою дочь. Ты согрешил, когда не отдал. Пожалуйста, прошу, просто дай мне поговорить с Нотом. Ты знаешь, где найти чужака. Его семя породило врага. Бог и пророк оба хотят его крови. Просто дай мне поговорить с Нотом. Бог не слушает мертвецов. Успокойся. Бог любит тебя. Бог любит тебя. Таки да, это довольно жестоко. Ничего не скажешь, честное слово. Надеюсь, ты встретился со своей дочкой. Черт подери, вот как знал, вот серьезно, это настолько предсказуемо, то что никакие добрые люди не останутся с тобой в хорроре. Их обязательно убьют. Вот просто такое всегда происходит. Так, ладно, бинтов мы взять больше не можем, мы можем оторвать доску. Конечно же, мы это сделаем. И мы можем даже отсюда выбраться. Ох ты ж, ёперный театр, выбраться. Ты не выдал ей меня. Даже если она... Спасибо. Да, спасибо тебе большое. Господи, я ему так благодарен на самом деле. Но было бы намного лучше, если бы он выжил. Было бы намного лучше, если бы он выжил. Хорошо, тут у него есть батарейка, мы ее, конечно же, заберем. И давайте посмотрим, где же мы все-таки находимся, потому что нам не дали даже осмотреться, когда мы упали, помните, типа, заснеженного какого-то, не знаю, что это было на самом деле, воспоминания. Пойдем сюда. Чувствую, женщина-то недалеко ушла, типа, мы сейчас с ней еще встретимся, да? Hello, женщина! Hello! Я, если что, иду вперед, и типа, ты меня можешь даже встретить. Хотя пока что все выглядит довольно безопасно. О, что это? Спрятаться, серьезно? А как это происходит? О, да ладно! Круто! Мы можем в бочке с водой спрятаться. Это реально просто вау! Волшебно!
Пробраться через... Вот через вот эту вот щель мы не можем пробраться. Да? Охренеть. Ну ладно. Сзади сейчас кто-нибудь появится, я прям уверен. Не знаю, почему-то для меня Outlast это настолько предсказуемая игра, что вот прям... Ну появится же кто-нибудь сейчас сзади. И погонит меня. Нет? Никто? Вы предлагаете мне прыгать в воду? И идти по течению? Вау! Да, без проблем. Пока за мной никто не гонится, я буду супер спокойным чуваком в мире. Мне просто, знаете, надо с собой разговаривать и вообще что-нибудь говорить, потому что я так реально успокаиваюсь. Так, кто это? Нет, это не та самая женщина, это какая-то просто другая старуха. Наверное, одна из жильцов. God is great, and Noth is his prophet, and Noth will ransom us from the power of the grave. Кому это она все рассказывает, вот глупышка-то? Хотя, может, она понимает, что я рядом. Дети, я знаю, вы слышите звон бьющегося стекла. Вы слышите крики соседей. О, нет, сохранение, нет! Я ненавижу автосохранение, потому что сейчас может произойти что-то супер-пупер некрутое. Запирайте двери, закрывайте окна. Держите любимых поближе к себе. Вражеская Пасха началась. Да, ребят. Ребята, я знаю это место. Я знаю это место. Это гребаное поле. Я его в трейлере видел. Вот тут начинается та еще жопа, потому что, походу, нам сейчас по этому кукурузовому полю, что ли, надо будет ходить, бегать... И так далее. Так. А пожар разве был только что? Ладно, неважно. Я всего лишь хочу подобрать всякие бинты, может быть, батарейки. И это прочитать, может быть, даже. Глава 5. И я смотрел, и вихрь вырвался из ночи. Огонь замкнулся ля-ля тополя. Да. Мы это обычно не читаем, потому что к сюжету это никак не относится. Время мы тратить не собираемся. Фу, блин, нет, ребята. Я видел это в гребаном трейлере. Или в демоверсии, я точно уже не помню. А! Какого черта? Так, тихо. А что мне надо было снимать? А, вот это вот. Как только мы это снимем, он должен это прокомментировать. Давайте подождем. Что же ты на это скажешь? Давай, говори что-нибудь. Кстати, а это? Нет, снять не надо. Я понял. Походу, нам нужно посмотреть на это. А как посмотреть, если честно, я уже забыл. Блин, я не помню, как честно на камеру посмотреть. А, сейчас вспомню. Я вспомнил, на тап надо нажать. Задача добраться до церкви, но на самом деле я хочу сейчас посмотреть запись. Вот та самая. Еретики, принесенные в жертву. И посмотреть это вот таким вот образом можно, да? По идее, я это как-то должен прокомментировать. Они сняли с них кожу. Прибили их к деревьям. Боже, это люди типа? Это дети? Оу, щит. Нет, это не дети. Явно не дети. Но то, что у них растут рога, это довольно странно. Наверное, их просто прилепили. Ой, ладно, пойдем в это самое кукурузовое поле. Помните, что с помощью микрофона можно слушать, что находится рядом. Точно. Здесь кто-то есть. Здесь кто-то есть. Ч-ч-ч-ч. Успокойся, чувак. Успокойся. Я всего лишь про... А! Какого черта? Те, кто восстали против Господа, должны умереть. Их женщины и дети должны быть вспороты. Должны быть вспороты. Так, я это снимаю. Все, отлично, я заснял ее. Охренеть. Так, я просто обязан сразу же посмотреть запись. Что он как это прокомментирует и так далее. Да, погнали. Боже мой! Другие звали ее Мартой. Запах того, что она сжигала, похож на угольную копоть. И запах чего-то там. Не думаю, что это все равно что-то приятное, но... Окей. Благодаря этим записям мы реально многое узнаем.
Люди звали ее Мартой. Опачки, кнопочки! Ребят! Ребят! А почему сзади кто-то на меня идет? Ребят! Ребят! Ребят, ребят, ну давайте договоримся, ребят. Я тут как бы прохода никакого не вижу. Вы могли бы мне рассказать, как тут пройти, да? Ребят. О, ребят, ну, ребят, ну вы ребята. Тут колючая проволока. 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 Я уже от волнения даже нормально не могу говорить слова. Ну, это нормально. Подождите, а куда мне? А, вот. Есть все-таки кое-какой проходик. Суть сейчас как бы заключается в том, что нам нужно добраться до какой-то церкви, да? Не думаю, что я сейчас вообще хожу по безопасному пути, потому что тут куча людей с фонариками. А сам я такой типа, ну привет. Давайте спрячемся вот здесь. Тихо. Блин, они сами здесь где-то ходят. А где церковь-то? Типа мне же еще церковь надо найти. А это довольно тяжеловато, когда здесь такое кукурузовое поле. О, черт, 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 черт! Ну нахрен, валим отсюда! Все, я точно иду по правильному пути, я это точно понимаю. Я, знаете... Пожалуйста, если я... Вы попросите своего ребенка пощадить мою семью. Даже дьявол должен любить своего отца. Пожалуйста, пожалуйста, попросите его о пощаде. Черт подери, я думал, ты меня бить будешь сейчас. А, то есть мне ничего не надо с тобой делать, да? Ты не накинешься на меня, как сумасшедший. Я могу спрятаться. А если я могу спрятаться, значит, здесь кто-то будет ходить, да? Плохая новость. А, ну да, тут кто-то ходит. Блин, ну ты меня реально испугал. Давай-ка без этого в следующий раз, окей? Че, это лошадь? Кайф. Лошадь. А церковь я все еще не вижу. То есть я не особо понимаю, куда нам надо идти. Но может быть церковь вот та впереди? Нет, это не похоже на церковь. Привет. Тихо, 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 тихо. С тобой лучше, наверное, не шутить, да? Взаимодействовать. А, в плане вот так вот, да, взаимодействовать? Сзади на меня никто не накинется. Hello? Да, спасибо. Идет сохранение. Я, блин, реально как псих просто хожу, тут бегаю. А, мазафака, бич, ёпта, мазафак, йоу. Hello. Буду бегать от тебя, я бегать от тебя. На-н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 а. И бей меня, потому что я крутой, ведь я могу бегать от тебя. А-а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 -
То есть, я так понимаю, мне нужно подвинуть эту хреновину. Но как я ее подвину? Как я ее подвину, если меня тут постоянно харасят? О, черт! Черт возьми! Стойте, стойте, господи! О. Кайф. Обожаю такие моменты. Ну, наверное, я иду по правильному пути. Блин. Так, ладно, здесь лучше, конечно, мне надо играть в скрытную, потому что мне вот эту штуковину надо взять, перенести вот сюда, чтобы забраться. Не думаю, что это возможно, когда они меня запалят. Мы это сами уже поняли. Так, ну тогда нам надо прятаться. Некоторые разрезали слишком глубоко и задели трахеи, а не артерии. Это ведет к долгой смерти. Я знаю, ты был моим, даже если папа спал с твоей мамой. Так, ты же, надеюсь, меня не спалишь, да? Так, ладно, вот здесь, я думаю, могу пройти сейчас. О, фак. Фак! Фак! О, пожалуйста, 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 пожалуйста! Давай, давай, просто двигай! Рома, 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 Рома! Прыгай! Мать твою, зараза! Чё ты будешь делать-то, а? Ну, ща попробуем еще раз! Получилось, 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 ребята, получилось! Вы даже не представляете, что у меня сейчас вообще вышло! Боже мой, я так побегал от них, конечно же, но все-таки они меня даже не успели ранить. Фу, отлично, идем дальше. Забрались мы в эту... Кстати, куда мы забрались-то?
На чердак, получается так. Ну окей. И сейчас по этому самому чердаку мы попробуем пробраться дальше. Но... Стопантре! Неужели вы хотите мне сказать, что сам по себе чердак это не что иное, как просто спрятаться на время? Нет, 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 нет. Здесь действительно можно пройти. Там скелет. Мне как бы скелеты не особо нравятся. Или что это? Это мумия. Вау. И мы здесь можем что-то потянуть. Но перед всем этим, конечно же, лучше прочитать вот это говно. Так, 7 января. Вот это, я думаю, относится к сюжету. Еще троих сегодня отправили жить среди пораженных. Их раны слишком явные, чтобы их скрывать. У них было 7 детей, и всех их папа Нот отправил мне на воспитание. Теперь под моим крылом более 40 сирот, которые беззаветно меня любят. Как могут только дети, брошенные своими родителями. Уязвимые и зависимые, как восходящее солнце. И я люблю их всех. У меня у самого никогда не будет детей, и у меня есть столько нерастраченной любви. Когда Господь оставит их, я буду здесь, чтобы утешить и направить. Что значит эти сны? Что значит эти сны? Нам тоже, кстати, снятся сны про Джессику. Не думаю, что ему снятся такие же. О, ладно. Чувствую, когда я потяну, вот эта хрень откроется. Подождите, а что это там? О, щит! Там тело! Может, я не буду тянуть, ребят? Ну, давайте договоримся. А-а-а, мазафака. Чуть-чуть испугался я сейчас. Да, я знал, что там будет тело. Окей, я был более-менее готов. То есть, если бы я не был готов, я бы реально сейчас испугался дико-дико. А вот сейчас я упаду, да? Ну, Outlast слишком предсказуемая игра, чтобы не упасть. Ага, понятно. Тут чуть-чуть похуже все-таки. А! Мазафака, бич! Не-не-не-не-не-не-не, пожалуй, мне этого хватит, ребят. Я уже тут вообще скоро получу такой сильнейший удар по мозгу. Как это называется? Короче, психическое расстройство у меня какое-нибудь появится от всего этого. Мне реально уже не по себе. Вот реально просто не по себе играть в эту игру. Потому что она страшная. Окей, она действительно страшная. Но честно, не страшнее, чем первый Outlast. Окей, вот давайте честно будем говорить, она не страшнее, чем первый Outlast, но она также страшная. Но только лишь потому, что я играю в нее первый раз. Думаю, если бы я, например, проходил ее во второй раз, мне бы уже было ясен пень не так страшно. Но я помню то, что когда я проходил первый Outlast несколько раз, мне даже на третий, на четвертый раз было реально не по себе. Здесь же я вот чувствую, мне будет все-таки норм, когда я буду проходить это во второй или третий раз. Потому что здесь, ну, как бы видно, что нацелено в основном прямо на сюжетку. А в первом Outlast... Такая сюжетка слабая, что ли. Хотя здесь мы еще ее толком и не знаем. Окей. Бред говорю. Полнейший. Скорее просто, чтобы себя успокоить, лишь бы что-то говорить. У меня, я заметил, всегда такое происходит в конце какой-либо серии по хоррору. Я говорю такой бред, что потом, когда я пересматриваю, я такой... Чё я говорил? Это же настолько пипец какой бред, что лучше бы я молчал. Но во время съемки серии меня это успокаивает. Да, все, я на этом заканчиваю. Спасибо огромное за просмотр. Не забывайте, пожалуйста, ставить ваши лайки, потому что вот прям мотивирует, успокаивает. Фу. Ну, а я буду заканчивать. И если вы здесь впервые, то можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами была Ложка и Outlast 2. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.